Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И давайте посмотрим, что будет сегодня, а именно 18 июля 2024 года. Так, давайте смотреть, какой аркан или какую карту, да, я достану именно сегодня. Итак, что же будет 18 июля 2024 года? Смотрите, аркан сила. У кого любовь, то любовь тут страстная, сексуальная и романтическая. Эта карта дня сила, старший аркан, символизирует увлеченность и успех в начинаниях. Также она рекомендует приложить все свои таланты и усилия к работе, да, или активизировать их с помощью наших с вами действий. В этот день, который выпал такая карта, сил хватит на все. Вы прописываете план и четко идете по нему. Если даже возникнут какие-то сложности, либо проблемы, либо препятствия, не нужно пугаться. Аркан сила, наоборот, говорит: этот путь заложен в вас, как уверенность в себе, да, что все проблемы будут преодолены, все препятствия уйдут с дороги. Только надо быть без агрессии, да, и не разрушать, а стремиться решительно и смело идти вперед. Вот о чем говорит карта дня. Желаю вам всего хорошего. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.